На конкурс дети читают стихи. Софья Журавская, 5 лет. А где Барто? Дело было в январе. Дело было в январе. Стояла елка на горе, а возле этой елки бродили злые волки. Вот как-то раз ночной порой, когда в лесу так тихо, встречает волка под горой зайчаток и зайчиха. Кому охота в Новый год попасть в лапы волку? Зайчата бросились вперед и прыгнули на юку. Они прижали ушки, повисли как игрушки. 10 маленьких зайчат висят на елке и молчат. Обманули волка, дело было в январе. Думал он, что на горе украшенная елка.